самое верное и своевременное решение, потому что сейчас мы видим, констатируем, что приближается вторая волна коронавируса. Я как детский хирург, который нахожусь в активной жизни медицинской, вижу, что количество случаев коронавирусной инфекции в детской популяции очень сильно растет. Самый простой способ уберечь себя, своих близких, наших детей, наших родителей – это, конечно, средства личной гигиены. На первом месте здесь, конечно, стоит ношение масок. Я хочу всех призывать к гражданской ответственности, всех, кто меня знает и не знает. Потому что это самый простой способ для того, чтобы уберечь всех от надвигающейся беды. Я не хочу, чтобы губернатор применял какие-то жесткие меры, наказания, наложения штрафов за неношение масок, потому что все это мы можем сами очень простым способом исправить. Просто взять маску, одеть ее во всех публичных местах, одевать ее не снимая.